Лесосибирское отделение полиции проверил начальник главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Ячицкий. Генерал-майор встретился с личным составом, осмотрел служебный автопарк, а после собрал совещание, на котором подвел итоги работы местного отделения за год. Лесосибирские полицейские среди 36 территориальных отделов занимают третье место по эффективности работы. За достойную службу Александр Ячицкий поощрил 9 сотрудников полиции, вручил 2 медали за доблесть в службе и нагрудный знак «Отличник полиции». Кроме того, 3 полицейским присвоены очередные офицерские звания. Давая оценку деятельности территориального органа внутренних дел, необходимо сказать, что в целом, в общем-то, коллектив работает стабильно, слаженно, уверенный, опытный руководитель и на протяжении длительного времени занимает достаточно высокие рейтинги согласно критериям оценки. Для меня основные критерии – это результативность работы того или иного подразделения, начиная от криминального блока, подразделением, которое занимается профилактикой, дисциплиной, законы с личного состава и так далее. Я не могу сказать, какую 5-бальную оценку, но слова «стабильно» и, так сказать, «результативно» – это тоже чего-то стоит. Александр Ячицкий дал указание полицейским усиленно контролировать вырубку и транспортировку леса, поскольку именно Лесосибирск является главным центром переработки древесины в нашем крае. Также нужно четко реагировать на все обращения граждан, проводить профилактическую работу с населением, следить за безопасностью на дорогах. Кроме того, генерал-майор встретился с жителями и ответил на их вопросы.